Добрый день, друзья! Добрый день! Игорь Жабский представляет. Сегодня 1 января 2018 года. Мы выезжаем со своего дома, едем в сторону Сенькиной шапки. Дети покататься на своих салазках с горы там, а я поброжу, потом пойду по речке домой. Вот покажу вам новогоднюю Покровку. Это мы едем по улице Завитая, сейчас выезжаем на улицу Советов. И по улице Советов, кто знает Покровку, определиться с этим местом. Вот видите, нам вчера подарок погода преподнесла. Снежок свеженький, беленький, лежит, радует всех. Погода хорошая, на улице плюс 5, ой, минус 5, тепло, ветра нету, солнечная погода. Вот тут уже, чтобы комфортнее было ходить людям и тормозить, вот подсыпали немножко песочка. Вот наша новостроечка. Поехали дальше. Покровка немноголюдная. Все еще, кто спит, кто отмечает, уже начал первый день 2018 года. Вот. Вечером, наверное, народ оживится. Опять на площадь пойдут. А пока вот такая вот безлюдная Покровочка. Вот мы поворачиваем на улицу Карла Маркса. Едем в сторону центра. Это вот у нас школа, средняя школа. Сейчас мы подъедем, будем проезжать площадь, где стоит наша красавица елочка. Вон площадь. Это администрация. Впереди, если ехать, вот у нас там музей, ой, музей, театр народный. Вон он. Музей мы только что проехали. Вот мы едем по улице Карла Маркса. Это вот администрация Покровского сельского поселения. Мы едем дальше, смотрим. Ждали все этот снег, потому что до 31 снега не было. Так думали, и проведем зиму в пыли и без снега. И вот такой подарок к Новому году. И Новый год встретили хорошо. И вот сейчас снежок беленький нас радует. Ночью, когда выходили все к елке на площадь, тоже погода была хорошая, теплая. Это хорошо, когда год начинается с хорошей, теплой погоды. Уже подъезжаем к концу улицы Карла Маркса. Сейчас будем поворачивать. И опять выезжаем на улицу Советов.
и уже прямо без остановок повернем один раз. И до Сенькиной шапки. Вот нам собачки встретились. Символы 2018 года. В новогоднюю ночь тоже была собачка, гуляла. Не одна тоже. Дениска пообщался, такая хорошая, приветливая собачка была. Вот мы поворачиваем, выезжаем на улицу Советов. И едем к Сенькиной шапке. Дороги чистые, расчистили. Даже подтаивают от такой температуры. Солнышко греет. Вот сейчас мы поворачиваем. Появится сама Сенькина шапка вдалеке. Вот здесь за забором, вон там, это наша больница. Ну а впереди, вон, как видите, нас встречает Сенькина шапка, куда мы и едем. Так что, друзья, пока. До новых встреч. Еще раз, с Новым годом!